Друзья, всем доброй ночи. Сегодня в ночном эфире вас приветствует вокально-инвентарный ансамбль экспериментального свойства «Профилактика». Труба – Анатолий Кузичев. Велосипед – Илья Савельев. Лыжи – Подмосковье – Алексей Поляков. Это «Профилактика». Мы начинаем! Похоже, у нас творческий кризис. Да. Как будто ничего не было. Нет, а снимай, видно, что с ним-то было. Спалился. У меня самый сложный инструмент. Знаете, как на велосипеде трудно играть? Так, давайте, друзья, к новостям. Может, с анонса начнем? Давайте начнем с анонса. С анонса новостей. Ну да. Итак, сегодня мы узнаем, как МВД, вот это не оксюморон, заботится о фанатах. И о престиже и имидже России на широкой международной арене. Это первый не оксюморон профилактики. Кого посадят в камеру, в камеру к Брейвику. Это очень смешно. Что нового в области детского телевидения, ну и вообще, так сказать, философии, как бы сказать, воздействия на детей посредством в том числе телевидения. Вот, сегодня в программе «Плюс» у нас сегодня будет музыкальный, даже гостем его назвать сложно, табор. Да. В высоком смысле этого слова. Эксиладос, если я ничего не перепутал. Эксиладос по латыни, если я ничего не перепутал. Так заканчивали обычно свою речь эти самые латиняне, лекторы. Эксиладос. Thank you.